Звонит, блядь. Бля, ох, ебать. Ой, дурачок, он живой, что ли? Ебать, живой. Живой, живой, живой. Ой, блядь, блядь, пиздец мы. Я заснял. Заснял, да? Так сложно вот эту следить. Эх ты, блядь, стой! На-на! Ебать! Прям чуть-чуть, да ты чё, мужик, ё-моё, кто виноват-то? Он виноват. Его пропустил, ё-моё. У них видеорегистратор-то есть, можете мы это... Сейчас остановлюсь. Ой, осторожно, там ещё есть. Я вижу. У нас-то было видео. Зачем остановить? Я обгонял просто. Зачем остановить? Ай! Ай, братишка, зачем? Я же просто обгонял. Кого ты обгонял?
Маршина. Долбоёб, блядь! Блядь! Чуть в нос не попал, блядь! Как я отвернулся, я знаю! Ужас, вот это да! Вот 70-е, 80-е годы аварии были, естественно, да? Ну, да, как то... компенсировался вред? Ущерб. Ну, понятно, ГАИ давала постановку, кто, собственно говоря, виноват, да, дальше. А как? Мы должны помнить с вами ту историю, многие из нас там жили в то время. Было большое количество, было малое количество автотранспорта у граждан, давайте вспомним это. И было большое количество автотранспорта в основном у государственных предприятий. Поэтому, соответственно, в советское время все у нас было... за счет государства. Я думаю, что основные ремонты...
всегда с вами из любой точки России. Ситуаций много. Телефон 1-800-764-99. Сука, блядь! Вы турист. Автосигнализация, регистраторы, автомагнитолы, навигаторы. Где? Теперь здесь. Аэропорт. Дом 50.